Ночи взрыв у отделения Диамант-банка в Одессе. Никто, к счастью, не пострадал, но ударной волной сильно поврежден фасад здания, у соседних домов выбиты стекла. Мощность устройства составила порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, банк занимался сбором средств для участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе. В минувший месяц таких взрывов было уже несколько.